Итак, ребят, всем привет, с вами 146-й легион, серьезная организация. Для того, чтобы вступить в эту организацию, тебе нужно, во-первых, подписаться на канал, поставить лайк под несколькими видео и зайти на наш стрим, написать «Ура, я в легионе!» Ребята, не забываем ставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех стримов. Всех приветствую. Решил для вас сделать серию роликов небольших, для того, чтобы вы не скучали и вспоминали обо мне, пока я буду в командировке. Значит, на предыдущем стриме мы сделали очень много крутых трансферов. Те, кто не видел, можете зайти на предыдущий стрим. Здесь так частично можете посмотреть, кто у нас поменялся, кто нет. Ну, в принципе, есть, да, на кого посмотреть. Ну, и здесь, в принципе, есть тоже на кого посмотреть. Итак, думал, кого купить, и, в принципе, сделал очень хорошие покупки. Были выделены нам средства 100 миллионов. Осталось из них 25. И тут у нас, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, да ну нафиг. Ой-ой-ой. Поручить подписание от 10. Так, подожди, подожди. Есть вариант. Есть вариант охрененно сделать, охрененные вещи сделать. Так, только нам нужен бюджет. Бюджет. Так, 1150. 150 бюджет. Наши агенты, слушай-ка, поработали. Блин, многообещающих игроков. Целая куча. Целая куча. Так. Поручить подписание от 10 до 30. Неплохо. Да ладно, да вы что? Что вы со мной творите? Что вы со мной творите? Так. Где, 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 где ты? Где ты, свободный агент мой? Удрал куда-то. Удрал мой свободный агент. Так. От 10 до 30. То же самое. Блин, у них там вообще просто бомба. Просто бомба. Так. Вот этому от 5 до 20. У нас, в принципе, топовые футболисты просят 30. И может и опорник. Ой, да что ж вы творите-то, ребята. Какая вообще, поставьте лайк, если вам тоже нравится такая фигня. Так. От 7 до 17. Так, 4, да, всего лишь? Я уже думал, еще больше. Да, неплохо, неплохо. 4 игрока. 4 игрока. Так. А усиление основы мне сюда случайно их не кинули. Нет, усиление основы их не кинули. Так, подождем, да? Подождем, что там нам прилетит. Так, первый пошел, да? А, какой рейтинг, как вы думаете? Вот прямо сейчас возьми и напиши, какой рейтинг, как ты думаешь, у этого игрока. 56. Ну, может, повезет, и он начнет играть. Так. Давай посмотрим, что у нас там по календарю. Так. Асасуна и Франкфурт. Асасуна, Франкфурт. И там ЦСКА еще будет. Так. Что, продолжаем тащить первый состав. Ну, с небольшими заменами, конечно же. Так, руководство командой. Так, сюда мой скин. И давай закинем сюда. Малком, Малком, Малком. Ты не хочешь играть в нападении? Форварда? Даже центрального? О, центрального форварда хочется играть. Так, Бариос, Вендал, Вендал, Вендал. Сюда Гравенберг. Сюда пускай выйдет Мане.
принципе, неплохо вышел в предыдущем матче. Давай теперь попробуем кого-то из других игроков сюда засунуть. Кварацкелия, например. Так, а там Ринье у нас есть. Так, Тутармин вместо Вендала, центральный полузащитник. Кого поставим? А кого мы поставим? Давай поставим Эллиота. Да, я думаю, нормально. Нормально. Все. А, давай еще знаешь, что сделаем? Поставим Лафонта. Лафонта. Пускай первый матч сыграет. Все, поехали. Так, их это на вес плохой. Итак, ребята, играем против Асасуны, международный кубок. Много сделали замен в этом матче, поэтому посмотрим сейчас, как наша команда сыграет предыдущий матч. На предыдущем стриме у нас очень хорошо сыграла команда. Посмотрим, что будет в этот. Так, Малком. Ой, Малком уже хорошо. Малком у нас на предыдущем стриме забил. Смотри-ка, команда как. Потеряли мяч, сразу же отобрали. Сантос, Ихетерен, Кин. Так, пас на Мане. Плохо прошел. Мой скин. Да что ж ты творишь, Малком, Малком. Так, Дуглас Сантос проиграл это единоборство. Назад. Назад. У него, в принципе, скорость неплохая. Должен отобрать. Должен. Так, тут партнер. Партнер помогает игроку Асасуны. Ой-ой-ой-ой. Лиссандро Мартинес. Какой голешник. Блин, офигеть. Вот мы пропустили контратаку. Это жесть. Тимми Авила. Тимми Авила. Девятый номер. Так, давайте посмотрим. Да, здесь это Лиссандро Мартинес. Да, не успел. Не успел. Да, неожиданно начало этого матча. Судя по прошлому матчу, который мы на предыдущем стриме играли. Асасуна, да, выстрелила. Итак, 1-0. Проигрываем. Шестая минута. Так, я думаю, мы сейчас реабилитируемся. Реабилитируемся. Ой, какой пас. Даже еще не успели полузащитники наши прибежать. Гравенберч, Барриос, Мане, Моискин, по флангу Ихетерен, навес. Нет, не прошла передача, ух, нифига себе, в воздухе. Просто у Барриоса выцарапали мяч. Какие контратаки от Асасуны. Я вообще не ожидал такого напора. Не ожидал. Смотри-ка, у них какие действия. Они что, предыдущий матч выиграли, что ли? Я не понял. Офигеть, офигеть, 2-0, ребята, Асасуна просто, блин, опять Тимми Авила на 13-й минуте, блин, за 7 минут 2 гола пропустили, так нельзя, так нельзя. Да, давай посмотрим, вообще просто, просто разносят, Лафонт пока вообще ни о чем, я думаю, Сафонов бы отразил этот гол. Хороший гол. Хороший гол от Асасуны. Дубль у Эзекела Авилы. Дубль в этом матче за 7 минут. Офигеть. Да. Теперь-то придется попотеть. Придется попотеть. Так, мой скин. Гравенберч. Мане. Вот что ты, мой скин, не побежал? Что не побежал-то? Так, Мане. А тут, о, пенальтишка, пенальтишка, Трауре, Трауре, но не тот, которого мы знаем. Ну, может, вы, конечно, из Асасуны знаете Трауре, но это не Адама Трауре. Да, здесь жесткий подкат, даже не в мяч, так что все по делу, все по делу. Малком, надеюсь, забьет. Да ну нафиг,
Офигеть, я даже сильно не нажимал на кнопку. Вы прикиньте. Вот это да. И контратака сразу пошла. Бариос отобрал, молодец. Мой скин, да что ж ты такую передачу-то сделал, братан? Так, давай посмотрим, что-то мне не нравится. Я и думаю, что-то мне не нравится. Да фиксим, пускай так. Пускай будет так. Малком мне в нападении нужен. Он на фланге. Мане мне не нужен в нападении. Он и голевые неплохие отдает на фланге. Так, Мартинес. Конечно, очень печально, что такие защитники пропускают игроков вперед. Так, мой скин. Малкома. Малком. Вот чё, Гравенберч, ты, зараза, не побежал, мой скин. Ну, хорошую передачу хотя бы сделали. Так, тут Сантос проиграл, проиграл. Пошла контратака. Пошла контратака. Так, 25-я минута. Мы еще пока даже ни одного гола не забили, ребята. Это очень печально. Очень печально. Фу. Торро, Торро. Опасный голевой момент. Так, что-то мы не огрызаемся даже. Очень, очень плохо. Очень плохо. Так, Малком. Навес. Бариос. Гравенберч. Да что ж такое-то. Мане. Опять контратака пошла. Все назад, все назад. Нужно подстраиваться под тактику игры Асасуны. Я вижу, 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 куда ты хочешь ударить, кому отдать голевую передачу. Черт, черт. Так, отлично, мяч ушел от них. Надо побаиваться этого парня. Надо побаиваться. Так, мой скин. Отлично. Гравенберч на Малкома. Малком. Отлично. 2-1. 2-1. Ребята, поставьте лайк, если вы верите в нашу команду. Как вы думаете, с каким счетом мы выиграем? Напишите в комментариях. Вот это, конечно, неожиданно от Асасуны. Гравенберч прям круто вырезал передачу. И здесь защита провалилась. Был свободный коридор. Малком проскочил и забивает ворота. Забивает ворота. Отыгрываем один мяч, ребята. Поставьте лайк. Никто не подписан на канал, подписывайтесь. Итак, Малком, 34-я минута. Второй гол в международном кубке. Напомню, что в предыдущем матче, на предыдущем стриме, Азмун у нас забил 4. 4 гола, представляете? 4 гола уже в первом же матче. Так, нужно побаиваться Асасуну, нужно побаиваться, но я верю в нашу команду, мой скин на Малкома, Малком пробегает вперед, удар, отлично, 2-2, ребята, поставьте лайк, молодцы, молодцы, Малком забивает дубль в этом матче. Хорошо прорвались, хорошо, давай посмотрим повтор. Так, здесь защита пыталась. Вратарь стоял на месте. Ну и тут технично Малком, конечно, в правую сторону ворот бьет очень мощным ударом. Вратарь здесь, мы видим, пытался выставить руки, но ничего у него не получилось. Так, тут 37-я минута. Уже третий гол Малкома. Поставьте лайк. А, неплохо, неплохо. Ответочка-то, да? Они нам за 7 минут забили, а мы им еще быстрее, да? Надо посмотреть, кстати, быстрее или нет. Ну что, Асасуна, побьемся? Побьемся за 3 очка. Так, мой скин. Пас на Гравенберча. Гравенберч, а тут пенальти, ребята. Пенальти. Вот это да. Вот это да. Кстати, второй пенальти в этом матче. Ну что, Малком,
Надеюсь, сейчас-то ты не это. Сейчас вообще не забил. Если в прошлый раз там хотя бы перекладина была, в этот он вообще, блин, даже и не забил. Так, пенальтист меняется у нас. Ладно, после вот этих двух голов я поувереннее в нашей команде стал. Гравенберч. Блин, пас на Малкома не прошел. Мой скин. Так, отлично. Отлично. Вот, ты не отлично. Ух, ух. Хорошая закидушка. Бариус. Бариус не отобрал. Мане, иди помогай. Бариус на фланге. Не дать навесить. Не дать навесить. Бариус хорошо. Хотя бы так. Хотя бы так. Ну что, некому отдать, да? Некому отдать. Так, а вроде и есть, да? Так, Караваев, давай, отрабатывай. Отрабатывай на своем же фланге. Ой, хорош, ой, хорош. 2-2, 2-2, ребята. Не забываем ставить лайк. Наша команда уже пришла в себя. Так, разводим мяч. Отлично. Теперь в другую сторону будем забивать. Караваев, Гравенберч, Бариос, Малком. Ай-яй-яй, не получилось на дриблинге. Так, хорошо, Бариос, хорошо, Бариос, мой скин пробегает на дриблинге. Пытаемся, да что ж такое-то, бей, Гравенберч, блин, ну как так-то, как так? Так, неплохо. Неплохо на втором этаже отыгрываем. Так, мой скин. А, блин. Так, Чёрс. Чёрс. Вот, неплохо. Неплохо. Караваев. По флангу. Прорываемся. Навес. Ну, Малком. Нет. Здесь уже побольше этот Трауре. Сантос навес. Мой скин. Ну. Нет. Мой скин не дотянулся. Так, Ихутерен. Чёрс. Помогает нападение здесь Гравенберг. Блин. Еще и, я думал, там им в руку попал мяч. Оказывается, нам. Гравенберг. Хорошо, хорошо. Мой скин на Ихутерена. Ихутерен навес. Но... На втором этаже здесь наши игроки не выиграли. Так, а здесь, блин, опять. Хави Мартинес. Это не тот Хави Мартинес, о котором мы думаем. Наверное. Наверное. Хави Мартинес. Нет. Нет, это я что-то уже это тупить начинаю. У нас же Хави Гарсия был. Так, не дать, не дать. Пас сделать штрафную. Не дать. Не дать. Отбирай. Отбирай. Хотя бы так. Так, чуть-чуть расслабилась наша команда. Чуть-чуть расслабилась. Так, закидушка пошла. Лафон. Лафон. Тоже надо ему играть. Хоть два я пропустил. Ничего. Из пропущенных мячей нету. Никакого развития. Малком. На мой скин, а вот коридорчик. Мой скин, удар. Да блин, ну как так-то? Там защитник уже набегал, конечно. Фу. Надо забивать. Надо забивать, ребята. Матч очень конкурентный. Очень конкурентный. Так, Гравенберч. Гравенберч. Ничего себе, у Гравенберча забрали мяч. Александро Мартинес. А тут офсайдик, ребят. Бариос. Гравенберч. На мой скина. Мой скин. Ихутерен. Вот, отлично. Защитник допустил ошибку. Пас. Ну, Малком. Да, ребята, Малком забивает. Причем третий гол. Третий гол в этом матче. Блин, они с Азмуном сговорились, что ли?
Офигеть, с 2-0, ребята, до 3-2. Малком просто творит чудеса. Новый сезон — это время Малкома. Хороший пас от Ихетерна. Малком забивает. Да, здесь вратарь на неудобной ноге стоял. Неудобно ему было прыгать. И Малком поразил ворота. 67-я минута и 4-й гол у Малкома за 2 матча, ребята. Поставьте лайк. Ну что, теперь можно и чуть-чуть поварьировать составом нашим, да? Так, Сутормин, Кузяев, как в прошлом матче. Товарес. Тоже Товарес, в принципе, неплох. Ой, черт, вообще тут сдох. Просто сдох. Так, если я поставлю тебя сюда, минус 15, есть, минус 15, нет. Не, пожалуй, сюда. Ага. Кварацкелия, вместо Кина. Тоже надо парню нашему играть. Так, Малкому давайте отдохнуть дадим, а сюда Эллиот выйдет. Нужно состав по максимуму менять. Нужно давать играть игрокам, чтобы они могли развиваться. В общем-то, для чего мы эту карьеру и играем? Для того, чтобы наши игроки развивались. Ой, хорошо, Лиссандро Мартинес. Кварацкелия. Эллиот. Пушка. 4-2, ребята. Пушка, Эллиот. Это игрок молодежки. Посмотрите, какой голешник. Офигеть. Просто офигеть. Вообще не могу не отметить его. Кстати, Кварацкелия сделал голевую передачу. Вот два игрока вышли на замену. Посмотрите, какой гол у Эллиота. Эллиот, 26 номер. Вот это да, ребята. 70-я минута матча, 4-2. Поставьте лайк, если вам нравится эта игра. Итак, вы написали, с каким счетом. Каким счетом выиграет наша команда. И что, какие ваши ожидания? Думали вы, что наша команда с 2-0 может добиться такого результата? Кварацкелия. Блин, у него даже дриблинг не идет. Ихетерен. Вот дриблинг. Ихетерен. Эллиот, ну-ка покажи, как надо забивать. Ринье пас на Кварацкелию. Кварацкелия на Ринье. Ринье. Удар. 5-2. Вот и Ринье. Здравия желаю. Так вы меня не ждете? Тогда я иду к вам. Так, Кварацкелия делает вторую голевую передачу в этом матче. Только вышел на замену. Офигеть. Все игроки, которые вышли на замену сейчас вот за последние 15 минут, просто целую кучу результативных действий сделали. Ребята, поставьте лайк. Итак, 29 номер, 76 минута, первый гол в международном кубке. Ринье. 74 рейтинг. Так. Хорошо. Чистяков тут у нас играет. Пас вперед. Ринье. Кварацкелия. На Эллиота. Эллиот. Здесь уже не получилось. Так бы Кварацкелия хитрик по ассистам был бы. Так, хорошо. Лиссандро Мартинес. Барриос. Ринье. Пас на Мартинеса. Да ну нафиг, Мартинес. Но он же вообще универсал. Он и опорника может играть. Центральным защитником. Просто, блин, бешеный игрок. Мы его раньше брали в карьере. Не думал, что я его сюда, в эту команду возьму. Но он мне попался на глаза. О, самый последний момент. Уже голкипер в панике выбивает этот мяч. Так, Лиссандро Мартинес назад. У него, кстати, скорость неплохая. Так, Товарес, давай, хорош там сидеть на лавке. Показывай свой топ-уровень. Ты же в Бенфике не просто так свои 75 пунктов заработал. Ихетерен на вес. Ай-яй-яй-яй, неплохо. Барриос. Ну-ка, шарахни.
Даже Барриос тут шарахнул. Неплохо. Тимми Авила уходит. Автор дубля в этом матче. Так, Супермин. Ай, неудачно. Неудачно. Хороший матч мы с вами наблюдаем. Вернее, вы наблюдаете. Я участвую. Барриос. Супермин. Ренье. Ренье. Так. Пас. Еще если бы этот залетел, то я бы офигел. Парацхелия бил. Парацхелии тоже надо время, чтобы развиться. Я думаю, что у него все получится. Так, Чистяков, воздух, 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 Чистяков, воздух. Ой-ой-ой, какой ты красавчик, Чистяков. Парацхелия. Парацхелия. Пас. Ай-яй-яй, на Элиота не прошел пас. Так, основное время матча закончилось. Отлично. Отлично. Супермин. Барриос. Кузяев. А тут офсайда не было ли? Так, ну хотя бы так. Хотя бы так. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Капец. 5-3. 5-3. 93-я минута. Блин, 8 голов в матче. 8 голов. Мощная, мощная концовка. Ну и здесь и защита чуть подзатупила. Ну и хорошие голевые передачи. Хорошие голевые передачи. Тут стоит отметить. Поставьте им лайк. Лафонт, конечно, в первом матче трешку пропустил. Это очень много. Это очень много. Итак, 90-я минута. 3 добавленных. Первый гол. Монтокая. Все, конец матча, ребята. 5-3. Офигеть. Поставьте лайк, если вам понравился этот матч. Малком забил хит-трик. Десяточка Малком. 19 ударов, 12 створ. Неплохо. А Франкфурт с Уотфордом сыграли 2-2. Причем довольно-таки неплохо. Так, Франкфурт 4 очка. Уотфорд 1. Сосуна 0. У нас 6, соответственно. Малком Азмун лидирует в таблице по 4 гола. Холс, Костич, Вилсон и Авила, который нам две как раз отгрузил. Так, давайте посмотрим, что у нас по вот этим будущим игрокам. Так, Гаял. Ваш состав достиг максимума. Но, как бы мне это было не печально говорить, придется выкинуть несколько игроков. Так, Васютин, у тебя как раз заканчивается контракт. Извиняй, братан. Рыбиков, Рыбиков, ладно. Так. Сазонов. Кого мы тут что-то хотели избавиться? 19-61. Так. Андрачук, 19-65. Неплохой. Так, Сергеев остается. Тимутенко, 20-63. Тоже смотри-ка, начали на трансфер выставлять. Сразу же поперли. Так, вот этого Дода я не знаю. Эллиот, 16-64. Вообще, пушка. Так, Штин, 19-66. Индямкин, 2-63. Блин, вы что, офигели? Вы все тут начали расти. Вот, Тарасов. А, слишком много игроков отпущено, да? Так. Гаял. Давай, Гаяла посмотрим. И левый, и правый защитник. 17-64. Тоже, в принципе, неплохо. Так, Че Адамс. 13-300. Так, давай повременим. Напишите, ребята, нужен нам Че Адамс или... Или так пока справимся. В втором составе Кин, конечно. Тут Азмун Ерохин. Конечно, если Ерохин там начнет фигней страдать. Так. Карденас. Карденас. Митчел Карденас. Русский игрок. Есть, да? Так, 18-63. Да не особо такого я хотел. Так. Блин, вот этого не получается. Так, ну ничего. В следующий раз еще выгоним несколько игроков. Итак, ребята, сделал для вас коротенький стримец.
Ну, конечно, извиняюсь, что это не в прямом эфире, потому что я за один вечер сделал несколько стримов специально для вас, чтобы вы не скучали, пока меня нету, пока я буду в командировке. Но надеюсь, что вам понравилось. Поставите лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан. И надеюсь на ваши крутые комментарии под этим видео. Все, ребята, всем всего доброго и до новых встреч.